Что ж, всем привет! Сегодня 21 ноября, очередное число, и мы с вами едем... Икея! Мы едем в Икею, на Бали открылась Икея. Ну так, цивилизация, дешевое мороженое, сосисоны и фрикадельки. Еще к нам приезжал какой-то блогер, тиктокер по имени Дима. Дима, привет! Мы сейчас снимали что-то сумасшедшее, смотрите. Так, ну вот мы, собственно, и приехали, ребят. Я обожаю! Кстати, Серега сломал коронавирусную защиту, так что я не знаю, в безопасности ли мы теперь. Облокотил немножко сидушку и вылетел. Кажется, мы без мороженки останемся. Это очередь? Пизда. Это мы сидеть еще весь день. Смотри, ребенка. Ну что, ты давно стояла в очереди в Икее? Ни разу. Когда вы стояли в очереди тут? Ребят, даже айфон за это не дадут, понимаете? И это мы еще даже не на сидящие места попали в очередь. Нам еще надо будет на сидящих местах отсидеть очередь. Кайф. Но мы попали в очередь. Крышу, ребят, ну мы уже в лаге, считайте, смотрите. Стоим в очереди в Индонезии, в Икее. В принципе, как в парк аттракционов просто. То есть на американские горки. На самом деле нам не нужен диван и шкаф, нам нужны фрикадельки, мороженое и горшок хот-доги. Для цветов. Ей нужен горшок для горшок цветов, но это ты сама будешь справляться с этим. Две порции фрикаделек, картофель фри и плечики для одежды. Плечики для одежды. Плечики, может быть. У каждого свой. Ну все, мы гоним на стульчики. Ребят, заводи. Давай, Серег, ты успеешь. Я делаю, у меня осталось 15 минут, чтобы попасть в следующую лигу. Серега просто амбассадор Дуалинго. Угадайте, какой язык он учит? А я вам сразу скажу, он учит бахаса. Это балийский и индонезийский язык. Основной индонезийский язык. Не отвлекайся, до 15 минут, чтобы попасть в следующую лигу. Короче, дело к ночи. Оказалось, вся Икея буквально состоит из 5 стендов. То есть вот здесь есть квартира 35 квадратных метров. Давайте я вам ее покажу. Вот она вся ванная. Это спальня. Ванна с этим. Гостиная вот такого вот размера. Так, это 35 квадратных метров. Сейчас пойдем в 21 квадратный метр. Пока идем, короче, тут вот выставочные стенды всякие разные. На самом деле, все достаточно дорого по сравнению, хотя я давно не был в какой-то другой Икее. Так, вот, мы пришли с вами. Собственно говоря, вот здесь вот есть квартира 21 квадратный метр. Она состоит из спальни, кухня, туалета и серфинга. Но мы же на Бали, то есть как бы на Бали должен быть обязательно серфинг. Поэтому вот есть специальная продуманная вещь для того, чтобы хранить свой серф. Вот это система. Вот это, кстати, мерзкое мороженое. Я вам сейчас покажу один тикточек, который с этим мороженым мы сделали. Ничего нет в наличии, все под заказ, но можешь забрать отсюда в любой момент. Короче, они здесь открыли шоу-рум, а получается, типа, ты купить это все можешь онлайн. Да, только онлайн, и только на индонезийском, что приятно, конечно. На индонезийском мы не знаем, зато здесь есть ассамблея фрикаделек, и это реально очень вкусно. Мы поели. У меня есть интересный статистический факт, в магазинах Leroy Merlin в течение года минимум раза 3-4 кто-то срет в унитаз выставочный. Пробовал это мороженое? Мне кажется, если пройдет полчаса, то, возможно, я вас
Был тем самым первым, кто проверит, работает эта штука. Просто прикинь, вот так вот сделал. Типа ты тут уже в душе, как бы вот здесь уже ты в безопасности, а тебя сюда на стражу, как бы все. И все. Но что еще очень важно, что, наверное, нет ни в одной Икее в мире. Это ровно прямо по центру уголок индонезийского рукоделья. Просто здесь есть все от Икеи и вот какой-то Баленис парк, который продает крема, всякие тибетеечки, вот какую-то штуку, которую можно... Не, это просто это горелка. Того, что класть яйца. Will you take the my yes. brand? What is your brand? Oodle style. Okay, I will take your brand. Thank you, you're so sweet. You're welcome. Делаем рекламу местного, местной продукции. Хочешь познакомиться еще? Это для лучших друзей, ребята. Ну это гениально. Ура! Серега, Серега, мне нужно платье. Где я могу его купить? Центра мода. На перекрестке ничего с ничем. Самые красивые места на Бали. Мы идем пешком в торговый центр. И вход по какой-то причине через парковку. Хотя мы пешеходы. И снова очередь. И мы в магазине. И смотрите, это магазин для коротконожек. Криш купила себе новые тапки. Мы доехали, добрались до торгового центра. Здесь был кинотеатр. И сегодня на самом деле премьера фильма «Веном». И мы будем его смотреть. Тут есть пледики. Так, короче, я перемещаюсь на новое место. Так что хорошего дня. И если вы не смотрели «Веном», то приятного просмотра.